Строительство нового торгового центра идет в зоне жилого квартала, а значит, должны быть соблюдены все требования безопасности и содержания стройплощадки. Территория полностью ограждена забором, но в некоторых местах он деформирован, и любой человек может легко пройти на стройку. Есть и нарушения по складированию строительных материалов, а также отсутствие ограждения опасных зон и предупреждающих знаков безопасности. Мы сегодня дадим застройщику и генподрядчику, который исполняет работы, самые кратчайшие сроки устранить вот такие явные нарушения. И приедем совместно, наверное, с административно-технической инспекцией проследить исполнение этих нарушений. Сейчас строительство идет уже к завершению. Рабочие занимаются внутренней отделкой здания, устанавливают пожароохранную сигнализацию и вентиляционные системы. Основные силы брошены на благоустройство территории. Парковка на 90 машиномест уже подготовлена к асфальтированию. В скором времени появятся пешеходные дорожки, а пока представители Госадмтехнадзора находят и здесь ряд нарушений. На момент проверки нам установлен факт выноса грязи, то есть загрязнение территории вследствие некачественной чистки мойки колес, наличие навалов мусора, как строительного, так и бытового на территории строительной площадки, ненадлежащее содержание прилегающей территории, то есть высота травяного покрова на территории прилегающей площадки превышала 20 сантиметров. Это, будем так говорить, не рядовая, но строительная ситуация. В ближайшее время она кардинально изменится. Вывоз строительно-бытового мусора. Это вот самые острые, которые на данный момент здесь будоражат и беспокоят особенно заказчика. Вот, поэтому в ближайшее время, до понедельника, это все будет устранено. С начала июня в ходе совместных рейдов сотрудниками Главгостройнадзора и Госадмтехнадзора проверено уже порядка 20 стройплощадок. Контроль ведется регулярно, а с наступлением лета только возрастает. Все-таки летом больше есть вероятность детей попадания на строительную площадку. Вот, поэтому не хотелось бы иметь каких-то таких неприятных моментов в связи со строительством. О плановых проверках компаний-застройщиков предупреждены, но сотрудники надзорных органов могут приехать в любое время. Так что в интересах строителей, чтобы на их территории всегда был порядок. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.